Давно хочу проверить одну вещь. Этот датчик как срабатывает. На газ. Тут у меня газа еще чуть-чуть есть. Тут, по идее, клапан вот этот вот. Он должен его вырубить. Сейчас колпачок сниму защитный. Он должен вырубиться. И газ перекрыть. Сейчас вот это проверю. Сейчас на камеру поставлю на плиту. Ну, вот так вот поставил. Тут, правда, холодильник гудит чуть-чуть, но ничего. Сейчас проверим, как эта хрень сработает. Моя кофеварочка все в деле работает. Сейчас газ включу для большей наглядности. Убрал эти железки, чтобы было газ видно. Ну что, попробуем загазовать. Уже тут. Что не хочет. Странно, не хочет. Датчики какие-то левые. Это фигня. Фу. Вот верхний. Не работает. Не хочет. Сделано в России. Сделано в России. Чего же ему надо-то? И тест не работает, что-то. Работало. Фиг знает. Не знаю. В общем, прочитал, для газа тот верхний датчик, который. А это угарный газ. Еще по-новому попробуем. Тест номер два. Что вообще по нулям? Так. Ладно, еще чему-то читаю про них. Не работает. Я, в общем, его отключил и заново включил. Вот сейчас он тестируется. Но уже минуты две, наверное, тестируется. Все, пробую крайний раз. Нет, так нет. Значит, не судьба. Погодка сегодня, солнышко светит. Нет. Надо и Россия, что сказать. Главное поставить. Да, вот так вот. Все у нас и делается.
короче, ясно. Установлено для показухи. Больше ни для чего. Видео закончилось. Подгодка сегодня какая, а? Солнышко светит. Срок эксплуатации не менее 5 лет, гарантия 2 года. Ну, 2 года как раз и закончилось, наверное. ОАО «Экотехника», Калининград. Фуфло гонит Калининград.